В Центре качества дорожных активов Кустанайской области в этом году провели большую работу. Специалисты отобрали почти 2700 промс дорог, которые подрядчики в нашем регионе либо строили заново, либо ремонтировали. 45% из них оказались несоответствующими требованиям. Эксперты считают, что это серьезный показатель, который подрядчики должны устранить. Переустроено было дорог на 248 миллионов, то есть подрядчики за свой счет переделывали работы. Было выявлено более 760 дефектов, нарушений на объектах ремонта и строительства. На сегодняшний день не устранено около 200 дефектов замечаний. То есть они будут устраняться на следующий год. Дефекты, отмечают специалисты, были разные и незначительные. Это как мусор на обочине, так и грубые. Это трещины или неровности асфальтобетонного покрытия. К примеру, во время проверки в Ауликольском районе участка среднего ремонта дороги Кустанай-Ауликоль-Сурган или в Кустанае при ремонте проспекта Абая и дороги от Большого моста в сторону города Тубыл выявили неровности основания, недостаточную толщину асфальта, трещины и деформацию нового покрытия. Есть и в районах, на районных дорогах такие же показатели. То есть это даже вот взять дорогу Саркуль-Большие Дубравы, там так же самое, подрядные организации переустраивали за свой счет. Но там уже дефекты, как говорится, были налицо. То есть пошла сетка трещин, деформация свежеуложенного покрытия. Сейчас Центр качества дорожных активов по Кустанайской области проверяют качество противогололедных средств, которые используют подрядчик на дорогах. Здесь главное, отмечают специалисты, чтобы в песке не было примесей глины. И пока проблем в пробах обнаружено не было. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН.